Огонь вспыхнул на втором этаже кирпичной двухэтажки. По словам очевидцев, услышали какой-то хлопок, после чего стал разгораться пожар. С веранды хлопок был, потом взрыв, какой-то хлопок, бух, и веранда загорелась, и на крышу перешло. Крыша, когда загорелась, загорелась крыша, вызвали пожарную, позвонили пожарную. Крыша вспыхнула мгновенно, за считанные секунды пламя охватило весь дом. В тот момент там находилось двое человек. Подростка и его бабушку удалось эвакуировать почти сразу. Сами жители одного ребенка вывели из дома. У него ожоги нижних конечностей 2,5%. Вот. Звеном ГДЗС была эвакуирована свежий воздух. Женщина 26 года рождения, бабушка хозяина дома. Вот. У нее без ожогов, она без термических, но отравление продуктами горения слабой степени. С коттеджа огонь перекинулся на соседнее строение. Почти все имущество было уничтожено пожаром. Хозяин второго дома в этот момент спал. Говорит, разбудили посторонние звуки. Успел спастись сам и спасти документы. Спал, я думал, дети кидают на крышу. Камешки, воробей бывают. Оказывается, шифер там стреляет и падает. Выхожу, здесь там горит. Я машину отогнал, документы забрал. Огонь удалось потушить лишь спустя пару часов. Ситуация осложнилась тем, говорят спасатели, что на улице не нашлось ни одного исправного гидранта. Напора воды для тушения не хватило. Пришлось подключаться к той колонке, которая была намного дальше. Все это отняло драгоценные минуты. В итоге одноэтажный дом полностью выгорел. У двухэтажки частично не пострадал лишь первый этаж. Елена Губенкова, Сергей Зацарный, РЕН-ТВ, Саратов.